Вот такой топор мясника. Длина самого топора 33 сантиметра, ширина лезвия 30 сантиметров. Вот, посадочное место, значит, высота 90 миллиметров, ширина идет 35 миллиметров и длина 105 миллиметров. Вес топора 5 килограмм. Топорище из березы. Вот, рассчитана, значит, данная модель топора на работу по мерзлому мясу, чтобы где-то можно было подрубать именно одной рукой для удобства. Вот такой вот топорик. Значит, тело топора из стали 30 изготовлено, и вся, весь лопух лезвия изготовлен сталью 8А. Твердость порядка 59-60 единиц на кромке. И дальше отпущено все. То есть уже проверил на металле, на электродах, на костях. Рубит хорошо, кромка не тупится. Так что посмотрим, как покажет себя в работе.